Ну что, вы ждали, я снова с вами, ваша Сара Бас, ваша казашка, Вероника, называйте как хотите, я, в принципе, всему буду очень рада. Недавно, точнее, как давно уже я снимала реакцию на Crystals, на их песню Understorma, и мне эта песня, на самом деле, очень понравилась, которая также стоит у меня всегда на повторе. Те люди, которые в прямых трансляциях меня смотрят, в принципе, могли ее тоже слышать. Crystals выпустили клип, я не смогла, потому что не было камеры, снять вовремя реакцию, поэтому снимаю именно сейчас. Мне смотреть вместе. Слышала, у них новая девочка, там одну девочку заменили. Посмотрим, как это будет звучать в новом исполнении. И вообще, наконец-то я посмотрю на внешности девушек и смогу оценить их, как бы, ну, уже вот как на самом деле они есть. Будем смотреть, и раз, два, три, поехали! Она красивая. Все, каждая своя мечтает. Уф! Танец, конечно, немножко другой я ожидала, не такое, что у них сейчас поставлено, но, в принципе, тоже не сойдет. Девочки на пике, и, в принципе, получится все еще в будущем, конечно. Эти кристаллы, видимо, потом их мечты осуществят, да, как я понимаю, все-таки Crystals. Какой голос красивый. Это девушка же, да? Девушка, вот, которая кристалл раздает. Мне что нравится, у них у каждой девушки свой цвет кристалла. Желтый, белый, синий был, да, вот что-то типа розового цвета. Типа кем хотят быть. Идея, на самом деле, с клипом очень прикольная. У каждой девушки кристаллы, с которыми, с помощью которых она сможет осуществить свою мечту. Если бы у меня был такой кристалл, я бы с радостью в Казахстан прилетела. Осуществите мою мечту кто-нибудь, дайте мне кристалл. Очень, на самом деле, интересный клип. Девушки... Внешность у симпатичные девчонки, да, не могу сказать, что они прям супер-пупер красотки, потому что девчонкам сколько, ну, от силы, да, они, ну, не знаю, сколько им лет, но они, в смысле, они такие взрослые, имею в виду то, что на пике они еще
они еще большего добьются, чему я, в принципе, рада. Это первая девчачья Q-pop группа. И я могу сказать, что они отлично справились со своей ролью. Они предоставили то, что должны были, то, что, в принципе, им это удалось сделать. А один минус, как бы, я просмотрела, на самом деле, очень много корейских клипов. K-pop, я увлекаюсь уже больше 5 лет, наверное, да. И, ну, я привыкла видеть такие танцы, которые, ну, зажигающие, все танцуют, как бы, ну, более уверенно. Девчонкам просто, да, немножко, если честно, не хватает уверенности, но я, как же говорю, это их первый клип, это их первая работа, и они, в принципе, еще в дальнейшем сделают много всего. Девочки, если вы, конечно, меня смотрите, вы, пожалуйста, не обижайтесь на мои слова, просто, ну, я не какой-то, да, я там не учитель по танцам или еще что-то, но просто что вижу, как бы, то говорю, да. И когда я смотрела первый раз музыку эту слушала, я думала, что все-таки танец будет более какой-то зажигающий и более что-то даст такое прям вот. Но этого я не увидела. Но в принципе клипом я довольна, девочками довольна, песню я знаю до этого, поэтому в принципе оценивала только самих девочек и их клип. И в принципе вся вот эта обстановка клипа, то, что сделано в школе, очень интересно, мне понравилось. В принципе все как бы сказала. Клип качественно снят. Самое главное, скорее всего, это, да, чтобы можно было смотреть, чтобы понимался смысл клипа. Все, в принципе, заканчиваю. Всех вас очень сильно люблю. Спасибо, что вы меня смотрите. Спасибо за вашу поддержку, любовь, заботу. Рахмет просто большой вам. Буду прощаться. Пока. Сао.